свой 70-летний юбилей отмечает сегодня Галина Валерьяновна Срибная. С этой замечательной датой вас, Галина Валерьяновна, от всей души поздравляют администрация и профсоюзный комитет Открытого акционерного общества «Торгмаш». Наша дорогая и неповторимая юбилярша, от всей души поздравляем вас с замечательной, красивой юбилейной датой, с вашим 70-летием. Желаем крепкого здоровья, отличного самочувствия, веселого настроения и бодрости для осуществления всех задуманных планов. Поздравляя вас с 70-летием, хотим пожелать вам всего самого доброго и радостного. Пусть этот праздник с вами разделят дорогие вам люди. Пусть впереди у вас будет еще много солнечных дней. Желаем хорошего самочувствия и настроения, счастливых воспоминаний и улыбок на лице. И пусть жизнь не торопится, пусть она позволяет запечатлеть вам каждый прекрасный момент. Поздравляем с юбилеем! 70 шикарных лет! Долгой жизни пожелаем, радостных, спокойных дней! Желаем целое столетие иметь здоровый, бодрый вид, не знать тоски, печали, грусти, не знать, когда и что болит. Пусть окружает только радость, всегда звучит ваш милый смех. В судьбе желаем много счастья, жить полной жизнью, без помех. С юбилеем вас! Станислав Иосифович Цыкман отмечает сегодня свой 75-й юбилей. С этой замечательной датой вас, Станислав Иосифович, сердечно поздравляют жена, сын Виталий, невестка Людмила, дочь Лариса и зять Юрий. Поздравляем тебя с праздником! Ведь 75 лет – это важная и просто интересная дата. 75 – это не возраст. Особенно это касается такого жизнерадостного и моложавого человека, как ты. Спасибо тебе за твой азарт и веселье, которыми ты заражаешь окружающих. Желаем тебе большого здоровья, постоянных стремлений, как можно больше людей, любящих и понимающих тебя. Крепко целуем тебя и обнимаем, а также хотим встречать твои дни рождения еще много-много лет подряд. Пусть же все свершения, которые ты совершил за прошедшие десятки лет, сейчас вспоминаются лишь с гордостью и радостью, а будущее готовит только прекрасные моменты и добрые сюрпризы. Темные же полосы в твоей жизни пусть никогда не появляются. Юбилей. 75. Ты мужчина в сил расцвете. Что ж для счастья пожелать? Кругу близких праздник встретить, чтобы каждый был здоров в твоем тесном окружении. В доме пусть живет любовь, радость правит настроением. Все друзья пусть как один позвонить не забывают, хоть дожил ты до седин, пусть задор в душе играет. Уважаемый Станислав Иосифович Цыкман, вас с 75-летним юбилеем сердечно поздравляют внуки Вадим, Антон, Артем, а также его жена Оксана. Дорогой наш именинник, от всей души поздравляем с юбилеем в 3/4 века. Говорят, что 75 – это возраст мудрости, почета, уважения и славы. А мы желаем, чтобы для вас он также был возрастом крепкого здоровья, бодрости, радости, благополучия и семейного душевного тепла. Юбилей 75. Сама цифра 75 говорит уже об очень многом. Тут уже качество не то, что проверено временем, а многократно перепроверено и даже имеет личное клеймо. И все же цифра 100 звучит несравнимо лучше, и мы желаем вам также уверенно и надежно дойти и до столетнего юбилея. От всей души вас вместе сегодня поздравляем. И льется словно песня все то, что вам желаем. Здоровья крепкого всегда, чтоб были счастливыми ваши года. Удачи в желаниях и счастья в труде, чтоб сердце всегда стремилось к мечте. Желаем полного участия, семейного вечного счастья, чтоб обошла вас вновь беда, чтобы друзья любили вас всегда.
75-летним юбилеем Станислава Иосифовича Цыкмана от всей души поздравляют родные и близкие. Сегодня невероятный юбилей. Тебе сегодня 75, и это не просто красивая дата, но и особенная. Ведь еще ровно 25 лет, и мы соберемся поздравлять тебя со столетием. Вот это праздник мы тогда закатим, а чтобы все вышло, как мы хотим, желаем тебе крепкого здоровья, спокойствия, только положительных эмоций и безмерного счастья. Это только кажется, что тебе очень много лет. На самом деле ты моложе всех нас вместе взятых. Твоя светлая душа, жизненный опыт и оптимизм, без которого просто невозможно представить нашу жизнь, твой свет и доброта – все это то, что очень и очень нам нужно. С юбилеем тебя! Счастья и здоровья тебе, светлый наш человек! Не печалься об ошибках, с грустью не смотри назад. Пусть по-прежнему улыбка в твоих светится глазах. И ничего, что скачут годы, пробегают чередой, но на диво для народа сохраняешь ты задор. Молодой ты, точно знаем, энергичен хоть и сед. Мы здоровья пожелаем, жить до 100 и больше лет.